На новоселье Молоковской библиотеки пришли и постоянные читатели, и почетные гости. Сегодня библиотека – это не то учреждение, которое мы помним из своего детства. Сегодня все наши библиотеки в Подмосковье, в Ленинском нашем округе, имеют одну отличительную особенность. Они становятся многофункциональными, социокультурными. Здесь помимо того, чтобы познакомиться с книгой, почитать, взять, здесь еще организован досуг. Всего 3 месяца понадобилось сотрудникам культурного учреждения, чтобы обустроиться на новом месте. Стоит отметить, что это уже 4-й по счету переезд библиотеки в жилом комплексе Новомолкова. До этого помещения были маленькие и не очень пригодные для ведения какой-то активной массовой работы. Сейчас вот мы здесь у собственника арендуем помещение площадью 130 квадратных метров. И я надеюсь, что жители будет в ней удобно, комфортно, и мы сможем провести мероприятие любого формата. Для мамы 2 дочек Дарьи Родиковой библиотека давно стала любимым местом, где можно интересно провести время. Бывает, что и через день, если мы быстро успеваем детские книжки прочитать, но раз в месяц, ну, это стабильно. Нравится, в принципе, и наша любимая библиотекарь, и то, как она организовывает. Мы тоже уже до этого участвовали в чтении книг, поэтому, ну, будем с удовольствием, конечно. Там была собака Даша, и она была очень смешная. Про животных, в общем. Что я очень люблю животных. Все, кто участвовал в организации переезда библиотеки, были награждены благодарственными письмами. После торжественного открытия все гости праздника с удовольствием отправились в путешествие по новому книжному дому. Как отметила заведующая библиотекой Елизавета Коробкина, просторное помещение площадью 130 квадратных метров позволит расширить сферу деятельности. Также у нас отдельная тематика вообще нашей библиотеки, чем она отличается, наверное, от других библиотек, это то, что мы упор делаем на видео. У нас есть очень много видеоигр, где участвуют люди, поэтому эту деятельность мы будем развивать. Книжный фонд Молоковской библиотеки насчитывает более 9000 экземпляров. Еще около 2000 книг принесли сами читатели. Я люблю читать все книжки, когда я люблю сюда приходить и читать книги всегда. Какие ты любишь читать книги? Про принцессу, волшебницу. Сейчас в библиотеке в ЖК Новомолокова более 1000 читателей, а в связи с расширением пространства их количество, несомненно, с каждым днем будет только увеличиваться. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.